решал сегодня, кто получит приз зрительских симпатий. Я смотрел внимательно. Мне стояла задача выбрать человека с харизмой. Это было довольно сложно сделать, поскольку здесь все 12 участников были с харизмой. Это уже была первая проблема. Но у меня была одна небольшая работа. Где... вот. Элейн, you rock. Вот у меня был пример, как нужно было работать, и я оценивал именно так. То есть человек артист, он артист. И поэтому, вот. Поэтому я оценивал, как человек работает с аудиторией. Не только с бокалами, потому что можно как бы вот так с бокалом. Да? Мне важно было, как человек с залом работает. Потому что человек, который стоит за стойкой, это все равно шоумен. Так или иначе. Поэтому, как человек работает с залом, говорит об определенном уровне его профессионализма. Поэтому я смотрел на людей, которые не только работают с бокалом, которые работают с залом. Глазами держат. Это телевизионные вещи, которые не все знают, но с залом нужно общаться. И поэтому мне было сложно выбрать. У меня было несколько претендентов. До последнего момента мне было очень и очень тяжело. А потом я увидел фильм с фотоаппаратом, а потом я увидел эти глаза, которые с залом, я увидел вот это движение, и я понял, что это Карина. Карина Пасечник! Человеку, который...